сегодня собрались здесь, в этом месте, для того, чтобы подвести итоги 4-го международного фестиваля актуального научного кино. Вот так немолочась политех идет, строит, экспериментирует, измеряя свое время не отдельными годами, не отдельными мероприятиями, а судьбой целых поколений. Фильм Ильи Яковлева «Правила жизни 100-летнего человека». Мистер Ким. Господин Ким. Ки Ян Джу. Самому эмоциональному, самому трогательному фильму Майкла Рассата Беннета «Живые внутри». Единодушным решением жюри специальный приз вручается фильму «Пиратская бухта» режиссер Саймон Гоза. Фильм, который мы признали лучшим, называется «Вермеер Тим». Четвертый фестиваль актуального научного кино завершился. Мы наконец-то можем выдохнуть с Ириной и праздновать. Встретимся на 5-м, 1-м юбилейном фестивале в 2015 году. Ждем вас, ребята!